То ли в театре, то ли в сказке. На самом деле, на дне детства в Кировском районе. Доченька, снеси-ка ей гостинцев. Хорошо. 1 июня – это отличный день для того, чтобы окунуться в детство. В Кировском районе Санкт-Петербурга прошел большой уличный праздник. Кировчане провели первый день лета в саду имени 9 января вместе с детьми. На нескольких площадках расположились многочисленные мастер-классы – аквагрим, спортивные игры, фокусы, живопись. Такая замечательная погода способствует, чтобы люди получали настоящее удовольствие и наслаждение от сегодняшнего праздника. А пожелать хочется, как всегда, светлого и мирного неба над головой, чтобы все были здоровы, вот, и много радостных эмоций. Ура! На протяжении всего мероприятия активных ребят ждали различные призы. За участие в мастер-классах дети получали фишки, которые обменивали на подарки в виде мороженого, значков или конфет. День для детей. Это вертушка. За то, что мы рисовали. Рисовал. Делал бусы. У меня хорошее настроение. Я исполнял вальс Шостаковича. Вальс «Шутка». Для гостей мероприятия работали театры Кировского района. На главной сценической площадке перед собравшейся публикой выступили бременские музыканты от детского драматического театра «Унарских ворот». Мы с детьми посмотрели сказку о бременские музыканты, сходили в конкурсах, поучаствовали, вот в спортивных играх мы участвовали. Очень хорошо, мне лишь очень нравится. Я хотела пожелать, чтобы все дети были здоровы, довольны, счастливые. И родители радовали. Спектаклем «Красная шапочка» порадовал зрителей театр кукол «Бродячая собачка». Также состоялась долгожданная встреча с Карлсоном от камерного драматического театра «Ливендаль».